Еще 6 февраля космический телескоп Джеймс Уэбб сделал снимок Урана, одной из самых интересных планет нашей Солнечной системы. И давайте посмотрим, что Уэбб смог увидеть. На этом изображении видны 11 из 13 известных колец, а также яркие детали атмосферы планеты. На правой стороне планеты находится светлая область на полюсе, которая обращена к Солнцу и известна как полярная шапка. Эта полярная шапка уникальна для Урана, потому что это единственная планета в Солнечной системе, которая вращается на боку под углом примерно в 90 градусов к плоскости своей орбиты, что вызывает экстремальные времена года. На краю полярной шапки видно яркое облако, и еще второе очень яркое облако видно на левом краю планеты. Такие облака типичны для Урана в инфракрасном диапазоне и, вероятно, связаны со штормовой активностью. А на этом более широком обзоре системы Урана видно 6 из 27 известных его спутников. И это только часть из того, что показали общественности, так как в настоящее время проводятся дополнительные исследования этой системы и планеты Уран.